Ребят, привет всем, Жак Херсон, приглашение на стрим. Ром, ты будешь сегодня на стриме, кстати? Ну, давай, давай, во Ром, сколько? во сколько стрим сегодня? Во сколько стрим? Во То есть сколько ты сейчас будешь, стрим? но ты не По знаешь, во сколько. российскому Я в вообще не в 7 курсе, во часов. сколько он Ром, будет. в 7 часов по твоему времени, в 6 часов по украинскому, в 7 по белорусскому и по норвежскому в 9:30. Ну, О, вдруг ну... кто-то с Норвегии будет. Ну, это я так спиздел, я не знаю, конечно. Ребят, стрим будет при поддержке официального форума Company of Heroes. Жду всех, кто хочет найти друзей и напарников для Company of Heroes. Заходите на форум, ссылка в описании. Там можете найти клан, себе поделиться своим мнением. Ну, или написать нехорошее про кого-то, кто вам не нравится. Или просто хорошо провести время. Да, или просто найти себе женщину красивую. Так, слушайте меня. Слава богу, я тут Эй, подальше от леса. Господи, слава богу. кто у нас тут поближе к лесу? Валера. Я, блядь. Город, ребята, все. В лес никто не идет. Валера минирует лес полностью. Пулеметы? Пару пулеметов, Валера, и мины. Жека, ты в пехоту иди, я в Да, я в пулеметы. пехоту, да. С меня стол Давайте. насадки потом. Валер, только без паники. Ну как это без паники? Ну, Чем Валер, тогда ну стойся? пожалуйста. Ну Не ладно, в кричи, принципе. Валер, не ругайся, да. Не, Пожалуйста. не, в И не принципе. и быстро не сдавайся, Валер. Не, Ну, Валера не не, ну ругается, как Валера это не паникует. сдавать? ну как не сдаваться? Так, что, может в B4, как считаете? Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Да палички там нормально будут, раз ты Только ты пехоту неправильно пойдешь. ее называешь, надо говорить так бэч. Может, Джек лучше в танке пошел бы? Б4, вот так вот. Да. Б4. Ну, мне надо тогда, чтобы в Т3 кто-то ставил. Я в Т3 пойду. По-любому надо перед Б4 и вылетающими немецкими самолетами, чтобы стояла эта МПшка. Ребята, рассаживайте побольше в городе пулеметов, я вас прошу. Рассады, рассады побольше. Рассады. И не забывайте, что сегодня стрим. Я Нам сейчас нужно что-то доигрываю на каток, территорию. а потом сразу к вам. А потом что? А потом стрим Вас после приказ, катка. товарищ! Каток, каток. Товарищи, нужно занять эту То есть точку. на С катке племяшкой будешь идешь? асфальт Мы укладывать? прибыли. Не, не на Мы в тот пути. каток, Валер. Не, не то. Не тот. Все, вот лопатня уже пошла. Дом занял. Валера, окружай, окружай их, Валера, окружай, я выманю это и окружай. Ага. Валера, что с пулеметом? Вот, пулеметы вот там, этот, Рома, если вот можешь, вот этот там дом посади. Валера, зачем так близко к ним подходишь? Немцы. Мы тут не застряли. Даю с миномета по дому этому. Побери на Валера уходит. Новобранцы на месте. Да. Чё ж? Так, где мои блоки новобранцев? Мы в пути. Ребят, что у вас И там Ромка в сразу городе? дом занимает. У нас все отлично, Женя. Ты Ну не переживай. давайте. Ром, не надо дальше Да. ходить. Просто можешь Не-не-не. пару мин. Ой, красавчик. Вот за что мне Рома нравится, что ему ничего не надо Рома, занимай дом. Меняем Он позицию. минирует все. На все руки мастер, я так бы сказал. Ца. Сколько времени просажено в этом коке уже, конечно, не. Ну я думаю, что заканчиваю. ты потратил зря это время. В это все время мог бухать и колоться, в принципе. Мое любимое занятие, Да, да. не только твое. А потом говорит, а что делать? Есть у Двести нас человек. что-нибудь там, блинометы какие-нибудь, нет? Есть блиномет. Точку дай. Ну вот сюда вот. Один пулемет нет в лес для Там поддержки. что? Один. Там МГ. Блин, далековато. Ну попробуй достать. Блять, у меня пиздец родился. О, вот ты сорвал. Встанет кобелек. Бежим, Чтоб ты бежим. сдох, кобелек. Валер, сказали, за Сталина воюете. Отвоюем нашу родину! Лично за него. Этот пункт. Стрелки готовы. Нет, ну никого я не... Так. Душегуба этого. Душегубы. Губы. Душегубы, в смысле, у него красивые губы. Или он губами душил. Ром, я тут в наглую зашел. Вон сюда. Валера, я бы такой, чтобы еще один кубик запилил. МГ запарил вообще реально, блядь. Давай рискнем, да?
Блять, вы захватите скоро битпочку. А в чем дело? Все захватывается. У нас тут просто минимальные такие вот сложности возникли. Второй слил. А, все, фугельки слились. Немцы на отсосе пока есть. Пока немцы на отсосе, мы минируем. Ой, в доме МГ. Слышишь, что говорю? Блин. Минируем. Кому вы? Бьем с минометом. Опа. Прикрой, куда побежала пехота? А чё, кого прикрывать? Ну там отряд целый, вон залез. Там в тылу лазит, да. А, все, вижу. Блин, нету этого коктейля. Коктейль есть, только коктейль добежать бы. От суки, если Валер ушли. Если дымом плюхнешь туда, будет здорово. Что мы можем сделать? Валер, ушли. Ну ты захватывай. Я так и стою. Ребят, у вас тут что-то в тылу без предела. Да я же говорю, там что. Бросаю. Пушку осторожней, куда идет? Пушка? Пацанам воевать идет. Лопатня опять идет, твари. Лопатные твари. Отряд на готове. Надо перехватывать чувачков этих. Ой-ой-ой, там МГ поминировано. Блять, расстреляли отряд, я не успеваю. Еще один отряд пехоты. Мне плевать, кто еще это хочет. Пулемет ждет приказа. Бензик надо, бензик. Освобождаем этот район. Убит. Мы готовы. Мне плевать, кто еще это хочет. Че, он сидит еще в доме, да? Прямо... Блин, я дом уже два обстрела дал, третий сейчас даю уже. Там уже дом или... А дом вообще... А, видишь? Мина попадает в первый дом, а не во второй. Валер, второй. Мы так в лесу их чуть-чуть прогнали, да? Ну да, они чуть-чуть... Это уже приятно. Что, какие проблемы тут, я не понял. Так, я в Т-шке не иду, я иду в сушку. Да, давай. Это есть проблема сегодня. Валер, ты блять, тут чуть-чуть какой-то заминировал или нет? Ну, точку Ташу ближняя к нам заминировал. Ну ладно. Сейчас я бензина, ребят, вам баночку поставлю. Ой, машинка пришла. Машинка. Так, вы там сильно их не щемите, лучше укрепляйтесь больше в городе. Вам нужно что-то построить. А то вы там посливаетесь, и они нас быстренько продавят. Пожалуйста. Но, не сглазь, Женёк, я понял, не накаркать. Сейчас, Валер, держись. Держусь. Да ёб твою мать, бежишь, ты не выстрелил. Бляди. Уменьшим количество. Посмотрим, как они... Ага. Какие они храбрые. Ага. Ну это вам, блядь, не на пулемёте. Ебать, вон тоже толпень, сука. О, чувачки. Я очень хорошо тут играю. Ты хорошо играешь, колдуном? Не льсти себе, Женя. А кем? Колдуном? У меня жена просто в Диабло там угорает. О, блин, мне бы такую жену, чтобы в Диабло играла. Ром, дай мне свою жену, себе найдешь новую молодую. Скажи, она не хочет в Украину переехать? Не, не хочет. Судя по властям, она не хочет. Ты даже не спрашивал. Рома, ты даже не срусил. Ты не дал шанса ей даже. Ух ты. Так, идут еще. Быстро выступаем. Приседаешь? Отряд. Да, отряд. Блин, отряд. Да жесть какая-то. Я прикрою, но еще бегу, блин. Я вижу. Вова, прикрой. Все. Окружай его и забираем, да? Привет. Отсюда убегаем. Суки, да задрали бы бегать. Не немцы, а какие-то бегуны. Все, началось минирование бешеное прямо сейчас. Камерун, в Т3 ухожу. Да, Ром, не говори. Установить на подходе. Сектор под угрозой. Опять идут, Валер, готовься. Красная армия, служим народу. Так. Есть инженеров добрал. Огненная машина. Мы достигнем цели. Отступаем, давай. Машинка едет к нам. Ой-ой-ой. Да, что такое там, ну, блять, подсветить бы, блять. Палит, я пока миномета не буду убирать, бей по машинке. Да бля, видишь, крутится как, блядь.
Окружаем. Окружаем. Я так понял, они будут отбегать, да? Опа, вот и она, базука. Мне жопу подпалили. Валера, отойди, бо спалят тебя, кибедя. Да, я отойду. Не, вот. Ну не так отойди, надо было просто... Не, я просто так отойду. Надо было просто отойти, ну ладно. Кто-нибудь мясорубку ставил уже, не? Да-да-да, у меня сейчас строится Т3. Не, я просто уже могу вывести ее. Да выводи, она лишней не будет. При обороне, давай, что мы давай, всех пока мину. Играем. Смотрите, ребят, как надо правильно использовать мины. Сейчас сожгут, падлы, блядь. Пушку осторожно. Видел, видел. Оберы, блядь. Оберы, я их ненавижу, я тебе говорю. Сейчас граната залетит. Смотри, отходят, но мина им не дала шансу. Марш, марш! Так, в итоге 5 очков. Здесь нет трусов. Саперов потеряли, да. Потерял. Без вести пропали саперы. Город наш, вы, ребят, надеюсь, там поминировались, да? Чуть-чуть. Ну, возможно, да. Возможно, мазафаки. Мазафаки, возможно. Прикольненько. Возможно, возможно это. О, убивай, блядь, дома. Возможно, говорит, да, блядь, правильно. Скорее да, чем нет, да? О, зениточка, Женек, ты Б4 будешь выводить? Тут зениточка. Да-да, ну я тут пулю сохраняю их постоянно, не даю шанс. Надеюсь, вот здесь вы взорветесь, сука. Нанна! Я меняю никнейм, теперь я Жека не Херсон, Жека Мина. Опять толпа, блин. Опять толпа, и такая... Валер, при том, что они взорвались только что. Так, все, я собираю на Б4, потому как... Валера, что с пулеметом? Новобранцы на месте! Ой-ой-ой. Враг занял наш сектор снабжения. Взяли кого-то. Там есть ладно, с трубами, нет? Почти. По-моему, нету. Оберов, пожалуйста, оберов, обратите внимание. Надо идти, быстро! А я их сейчас с тыла подожгу еще тебе. Женька, одна граната шестерых. панцирь, в город заехал. Панцирь, парень симпатичный. Давай, проезжай, еще тут надо добрать. Ром. Рома, у тебя пушка есть, потому что у меня пушки нет. Валер, с кем ты там рубишься? А, машинку убивай, пополняшку. Пулемета! Ром, проедь. Я вижу. Пиздушка чуть-чуть. По жопе дали чуть-чуть, да. Есть у вас инженеры там, нет? Нет, возможно, невозможно. Возможно, есть. Исключено, что они могут присутствовать в данный момент. Рома, город зашел. Но не факт, что они не заняты. Я вижу. Так, в городе сюда, я тебе, я отремонтирую тебя. Братан, как говорил у нас. Как Денчик говорит, братан. Мы захватили пункт. Ребята, мясорубку отведи. Все, устанавливаю, ремонтирую. Мне надо... О, к нам, ребят, едет панзер, а у нас тут вообще ничего нету. Так. Надо выманивать его нахуй оттуда, блядь. Надо выманивать, он... вот он. Если он дурак, он поедет. Солдаты готовы. Я сейчас попробую, конечно, его выманить. Вот сюда едь, вот сюда едь. Мы сейчас выманим его. Едь быстрее туда, я сказал. Ой. Слышал? Слышал. Я про другого ты думал говоришь мне. Едь, мы сейчас его взорвем на это. Я быстрее, понял. Быстрее. Да как быстрее, у тебя пехота быстрее бежит. У тебя пехота быстрее бегает. Да, твою мать. Не получился наш коварный план.
больше смерть. Панзер без движка. Валера, где твои пушки? Я сушку сделал. Блять, он выходить не хочет оттуда. Ну. Я движок иду ему ломать. Ну, ты понял, задумка вообще какая была? Да я понял, понял. Надо было минус ставить все-таки. Он чуть-чуть левее ушел, чем надо. Давай, 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 там на колючке мины стоят. Ударные войска на месте. Ну ладно, сделаю пушку, от Валеры, блядь, не дождешься. Да, Катюша едет. Мы готовы ко всему. По боеприпасам, Катюша. О. Тэшку делаю. Мы готовы ко всему. Кто-то есть, кем сражаться. Саперы минировать есть. Ну и сейчас... Вводи, вводи, вводи Тэшку. Починю. Инженер есть. Там кто у вас в углу залез? Да и тут непонятный товарищ бегает здесь. Валер, забирай пулемет. Да, молодец, Валер. Следующий выстрел вот сюда. Давай, Катюша, понял? Сушку назад. ПТО готово к бою. ПТО готово к бою. Я сейчас сзади сушки поставлю. Все, готов. Панзер, блядь. Сколько он кровушки попил, блин. Валер, скажешь, когда... Валер, скажешь, когда будет готова Катюша, я тебе засвет делаю. Короче, пофиг, Б4, КВшка выехала. КВшка нужнее сейчас. Я пошел звезду у них забирать. Подожди, нет, сначала отстреляешься, а потом мы это будем забирать. Сколько Катюша? Сек. Хорошо. Половина. Половина. О, кому? Корова, корова, корова ходит тут. Вот тут корова, Жека, в ответку, если есть чем. Ох ты. Косвенно. Ух ты ж сучка какая, а, блядь. Надо его, блядь. Панзером там катается вчера. Смотри, как они в лесу, не ломанятся. Да что такие немцы настойчивые? Угу. Он им нужен тот лес. Тяжелый танк КВ-1. Оствин, пацаны, поехал к вам без движка. Валера, давай, это самое, засвет даю. Даю засвет тебе. Тяжелый танк КВ-1. Готов? На позиции. По пулемету, да, Валер. Давай. Ориентировочно вот здесь, Валер. Давай. Да твари эти оперы, сегодня успокоятся или нет? Тэшки, Тэшки уводи, там два панцира. У меня два пака прикроют. Надеюсь. Если он не дурак, Валер, он не пойдет. Катюша, пошла. Там было по кому-то идти? Да, там один пулемет. Ну все, он нам и мешал. А Женек, есть а залив, заливочка? А Катюшей, Катюшей. Что это тварь живая? Пулеметная живая. Все, пулемет. Да. Все, Валер. Я заберу, можешь это. Можешь не забирать. Я поехал к пацанам. Ты хочешь них... подольше поиграть? Ломаю танк. Не, уезжать, ему не нужно уезжать. Кидать еще приглашение на стрим. Мне кажется, очень... Опа-опа-опа-па. Рома, танк скоро заходит. Вижу, вижу, вижу. Дай приехать. Папаша. Ил-2 к разведполету готов. Корова. Да где она? Где этаж? Вон, видишь? Вот, КВ твои выстрелы, корова, да буя. Катюшу забери, у тебя Катюша так опасно стоит. Ого, Валер. Смотри. 5. КВ твой мешает Катюше проехать. 5. Значит, он Катюша твой не успел. На поле боя. Так, я пойду этих взглядов. Или они опять стартанули? А не, вот они прячутся. Я
8 мин поставил в городе. Блять, сейчас вам пехотой помогу, подожди немножко. А теперь ВСКи будут делать мясо. Так, вы один? Молодец, Валер, молодец. По болотам лазят там немецкие партизаны. Опель сливаю. Не удалось. Толпень. Да все, хватило. Обер опять, твари. КВ-1. К бою готов. Враг захватывает сектор снабжения. Валер, нам бы... Валера, кстати, первый раз. В КОХ играет. Лесу. Лесу я не часто. Ну вот это конченое место, конечно, вот это. Да, очень неудобное. Конченое неудобное. Так, что там? За свет кину, посмотрим, что там, где там, кто там, почем, с кем. Б4, если можно сюда, вот бейте по бензину, по этой зенитке. Какая Б4? У меня 3 КВшки. А, понятно. О, в городе, блядь, панциры пошли. КВшки разворачиваются в городе. Да 80 очков, ребят. Расслабьте, блядь. У врага осталось 75 очков. Кажется, вы хороший командир. Все, я поехал КВшки сливать, а то 70 очков я не успею. Саперы наготове. А то как это? Игра прошла, а КВшки не слиты. О, они еще играть собирают. Тяжелый танк, КВ-1 на позиции. У них сам Опель стоит на бензине, похоже, да. Так. О, смотрите, кого я нашел вам. Куда же они летят? Ёб красоте! Всё, она нас больше не побежит. Ил-2 скинул на танке, там на пушке. Чего они сказали, что в танк в раж пошли? Так я ж сказал, здрасте. Беларусь вообще нормально сосет. Я тебе прекращаю бухать, я говорю, я пошел сливать КВШ. Так сливать это не значит атаковать. А что это? Говори, вот одна слита. А что это? Сливать это и есть все. Давай, подводи КВшку тут, а то они что все сзади стоят. Да какие все сзади? Ну, одна только подъехала, вторая сзади. Ох, у них техники-то, они насосали. Давай. Душим. Тут тэшек целая куча, КВшек тоже. Сливаем немцев. Когда твой друг крови. Блин, ну кажется, техники у них очень много было. Ребят, сегодня стрим 6 вечера по Киеву, 7 по Москве. Больше информации на форуме, ссылка в описании. Заходите, регистрируйтесь, обменивайтесь, находите друзей, напарников себе. С вами был Жак Херсон, Валера, Рома, Саша и Дюша Метелкин. USB здесь. Ладно, всем пока. Всем пока. Жду вас сегодня на всех на стриме.